Свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел. 106 лет на страже порядка. На торжественном собрании в межмуниципальном управлении МВД России Люберецкое вручили заслуженные награды. Подробнее в следующем сюжете. Важный день для всех сотрудников полиции. 10 ноября отмечается их профессиональный праздник. В актовом зале нет свободных мест. Звучат слова благодарности и признательности всем правоохранителям. Ваша служба не останавливается ни на секунду. Сегодня праздник, но тем не менее основное количество ваших коллег, и вы находитесь на работе. Нет субботы, нет воскресенья. Хочется пожелать каждому только развития, развития личного, развития семейного, сохранения, конечно же, здоровья, обязательно двигаться вперед. Только за 2023 год раскрыто больше 2000 преступлений. Перед сотрудниками полиции стоят непростые задачи, требующие высокого профессионализма и самоотверженного труда. Ведь спокойствие и чувство защищенности у граждан полностью зависит от них. Мы с вами стоим на страже нашего округа, родины, защищаем ее, выполняем свой долг, оказываем большое содействие нашим гражданам, которые сталкиваемся с новыми видами преступления. Ну, еще раз хочется отметить и сказать вам большое спасибо. За правопорядком в Люберцах, Лыткаре, на Котельниках и Дзержинском следят больше 1000 сотрудников. Особо отличившихся наградили нагрудными знаками, почетный сотрудник МВД, повысили в звании, вручили сертификаты на получение жилья и благодарственными письмами. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.